как и предполагали, что все-таки кубковые игры носят такой бойцовский характер. И то, что сегодня соперник продемонстрировал, ну, скажу так, по игре еще раз в тактической схеме Димитровград сыграл другой, чисто оборонительный, 5-4-1. Нам, особенно в первом тайме, пришлось много владеть мячом, но не всегда удавалось скрыть линию обороны. Ну, в целом, еще раз, моментов у нас много было, предостаточно, по крайней мере, хорошие были подходы реализованы. Ну, то, что мы говорили, что еще раз достаточно в атаке соперник играет предсказуемо, заработали необязательный штрафной, потом прыгали, рикошеты, мяч залетел. Ну, хорошо, что еще раз самый, так сказать, нужный момент ребята себя проявили. Хорошо себя тех, кто пробивали пенальти надежно. Ну и прекрасно сыграл Владислав. Сегодня дебют, и он парировал 2 пенальти. И последний вопрос. Как вы считаете, пенальти — это мастерство игроков или лотерея? Нет, мастерство, конечно. Два разных тайма получилось. В первом тайме больше игра проходила на нашей половине поля. Несколько подходов имели как бы штрафной соперника, но из этого ничего у нас не получилось. Пару сделали навес в штрафную, борьбы, но поворотом не попали. Второй тайм уже включились более активно, уже оказывали давление на как бы чужой половине поля на соперника. Потом забили хороший штрафной. Счет стал ничейным, и после этого немножко КамАЗ опять прибавил, чуть стало уже опасно у наших ворот. Вот, ну, дело дошло до пенальти, и в этом удачный был КамАЗ. Как вы считаете, серия пенальти — это лотерея или мастерство все-таки игроков? Я думаю, мастерство, во-первых, да, это мастерство. Это у кого устойчивая психика, чтобы в такой ситуации не дрогнуть и быть уверенным, пробить туда, куда хочешь. Я думаю, это все-таки мастерство больше, я так считаю.